главный врач Одинцовской центральной районной больницы встретился с жителями поселка Горки Вторые. Игорь Колтунов подвел итоги работы за 4 месяца, рассказал о ходе объединения медицинских учреждений округа в единую областную больницу, а также озвучил планы по открытию в педиатрическом корпусе ЦРБ на бульваре Любы Новоселовой отделения детской гематологии на 30 коек.